Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Александр. Сегодня готовлю пирожки из роллов, зеленого лука и яйца. Нет, сегодня готовлю пирожки из роллов, зеленого лука, яйца и укропчика. По-весеннему. Попробуйте приготовить вместе со мной, думаю, что вам очень понравится. Поехали! Состав рецепта очень простой. В него входят роллы или лаваш, майонез, лук, укроп и отварные вкрутую яйца. Я начинаю готовить с нарезки зелени. Сначала режу лук, потом укроп. Укроп я нарезал также мелко, избавляясь от крупных палочек. И отправил в общую посуду. Трем вкрутую отваренные яйца на крупной терке. И также отправляем их в емкость с зеленью. Тщательно все перемешиваем. После этого добавляем соль по вкусу, майонез и опять перемешиваем. Я ролл сложил вдвойне, вот он получился 44 сантиметра в длину, но это двойной. Сейчас я его разрежу сначала пополам и потом еще пополам, у меня получится 4 части. Заворачиваем начинку в лаваш примерно по 2 столовые ложки. Друзья, дальнейшее приготовление можно делать двумя способами. Первый способ, он классический. Пирожки обмазываются яйцом и отправляются в духовку. Это к чаю. Я буду делать немножко по-другому. На разогретую сковородочку льем растительное масло и выкладываем пирожки, подрумянивая их только с одной стороны. Делаем это буквально секунд на 20-30, не больше. И перекладываем. Эти пирожки я держал на сковороде 1 минуту, эти 40 секунд. Теперь отправляем в духовку на 200 градусов на 10 минут. Ну и настало время наслаждаться румяными вкусными пирожками. С хрустиночкой. Смотрим, что получилось внутри. По-моему, неплохо. Что может быть вкуснее хрустящей корочки и сочной начинки? Рецепт в описании. Смотрите другие наши видео, подписывайтесь на наш канал. Как обычно, в конце видео красивые фотографии очередного рецепта. Желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. Пока!